Глава МИД КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел и торговли Науру Лионелем Айнгимия. Результатом встречи стало совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между странами. В документе, который подписали стороны, отмечается, что Науру признает принцип одного Китая, а Тайвань – его неотъемлемая часть. Главы внешнеполитических ведомств двух государств договорились как можно скорее направить друг другу послов, а также предоставить все необходимое для открытия посольств в столицах Науру и КНР.